хлеб 89, 100 рублей, булка нарезанная, а вот за 53. Такая вот штучка 94. Супер популярное разрекламированное печенье плазма со скидкой за 200 рублей. Разные черные хлеба. Киндер сюрприз 134 рубля. Возможно, я возьму вот этот перла за 200, мазафака, 550 рублей. Не знаю, что это такое. Кофе. У меня нет удобного кресла, нормального стола. Ну, все такое. Поэтому я потихонечку, конечно, это очень скромно, подставка для монитора и поджопник, нормальный стул и нормальный стол было бы лучше, но мысленно я реально одной ногой в России или где-то в другой стране, где я могу спокойно жить, может, в Азию поехать. Сколько там можно жить, интересно? Потому что я знаю, что там тоже визы ранят, ребята. Блин, ну это не прикольно. Я люблю свой домик, в который я буду вкладывать на долгие года, в котором мне будет удобно. Эта штука, она для ноутбука, она слегка под углом. Даже думаю, может быть, купить пилу и здесь вот срезать, чтобы она была более прямой. Запах невкусный горелых дров. То есть это не такой приятный запах, как в Беларуси у меня был. Или в России, когда кто-то топит баню. Фу, здесь что-то такое противное. Вот, кстати, уже несколько таких прогулок я заканчиваю просто из-за того, что воняет на улице. И сейчас я, походу, просто пойду в сторону своего дома, потому что здесь, вокруг центра, пахнет невкусно. Фу, даже не могу полностью вдохнуть. Полиция. Здесь вот я делаю белый картон. Здесь или здесь. Начинает капать. Но я слишком хочу удобное сиденье. Хватит уже валяться. Реально, половину работы я делаю лежа на кровати, на планшете. И совсем на чуть-чуть встаю и довожу в фотошопе все за компом. На неудобных стуле, либо на неудобном кресле, который все скрипит и шатается. Знакомые челы вон идут с Юска. Я туда вчера шел с ними. Им было по пути, я шел в Юск за подушкой. Вау. Ты красивый. А сейчас они там зеркало купили. Ребята купили. Все, пока. Парни говорят, доставка будет 1000 рублей там. Поэтому они решили все вручную перевезти. Кресло-то, наверное, будет тяжеловатое. Ну и они не стали ждать автобус. Такси, может, вызвать придется. Я на всякий случай взял бабосики. Вот эта тачка мне всегда напоминает перед, то ли от москвича, то ли от Жигули. Но потом я смотрю назад и понимаю, что такой тачки у нас не было в России никогда.
У меня два варика. Это вот этот крутящийся за 8000. Походу я его куплю. Удобный. И вот такой вот за 5. Он тоже удобный. Самый, походу, подходящий варик оказался самым дешманским и некрасивым. И легким. В итоге взял другой за 7500, того за 3500, дешевого стула. Ну, он был довольно удобный на самом деле, хоть и дешевый. Его не было, а магазинный собранный вариант мне не дали продать. И был вот такой случай. Там, короче, чувак, он работает каким-то грузчиком. И, в общем, я стою. Он мне такой: давай, давай, мне машет. Ну, типа, по-русски разговаривает он. Давай, давай, Николай. И машет мне, и типа, иди за мной. И мне это не понравилось. Я ему говорю: я не Николай. Он говорит: а как тебя зовут? Я говорю: тебе какая разница? Ну, он все понимает. Такой: ой, что ты там, знаешь, начал мне по плечу хлопать, типа, все нормально, ну, не знаю. В общем, он ко мне как к какому-то придурку начал относиться, что я, типа, может, русский, не, ой, сербский, типа, не понимаю, значит, я, может, дурачок какой-нибудь. Он, типа, показывает мне другой стул, который там вообще за 1000 рублей. Типа: смотри, вот похожий стул. Я говорю: ну, а как он выглядит? Он такой: ща принесу. Ну и все, ушел. В итоге я не стал его ждать. Пошел, посмотрел еще стулья. И вот нашел вот этот стул за 7500. Вроде хороший, удобный. Ну и этот такой притаскивает. Там просто какой-то, какие-то железяки, типа стул. Я ему сказал, что я уже другой выбрал. Через 10 минут автобус. В этом плане мне повезло. Парни сказали, что они видели, как женщину с большими коробками выгоняют из автобуса. На самом деле она легкая, но неудобно. И до моего дома тащить тяжеловато. Такси тоже не хочу вызывать. Я не влез в автобус. То есть там перила прям. То есть большие двери, и там перегородки просто вообще. Ни боком, никак вообще не пролезу. Впереди 20-25 минут пути. Поэтому я послушаю русскую службу BBC о военных потерях России. Новый выпуск. К тому же сегодня 23 февраля, День защитника Отечества в России. А завтра годовщина, 2 года войны. Так и легче. Но коробку пришлось сзади оставить. Слишком тяжело в коробке это тащить. Неудобно.